Фото мутно-белой пивоварки облетело социальные сети пару дней назад. Любоваться молочными реками можно было на улице Фурманова. Правда, сегодня вода вернула свой привычно грязный цвет. Но это не значит, по мнению экологов, что река очистилась от вредных примесей. Река, на той река, она несет эти химические элементы, эти опасные вещества вниз по течению. В конце концов, они все оказываются в реке Обь. И все, что ниже нас располагается, да, получает дозу этого загрязнения. Делать залповые сбросы в реку стали еще в 2015 году. В 2018 жители поселка Кирова сообщили о резко побелевшей пивоварке. Тогда в воде были превышены предельно допустимые концентрации титана, алюминия и нефтепродуктов. Это только в полномочиях, собственно говоря, государственных органов, надзорных органов профильных, выявлять и пресекать, и привлекать в том числе нарушителей к ответственности. Но поскольку это продолжается, значит, этот источник по-прежнему существует, по-прежнему к нему должны, необходимые меры не приняты, и продолжается это безобразие. Беда не только в единичных загрязняющих выбросах, сетуют экологи, но и в бытовых отходах, которые ежедневно скидывают в некогда чистейшую реку. Все, кому не лень. Старожилы рассказывали, что еще в 19 веке из пивоварки черпали воду и со спокойной душой пили. Сейчас же, глядя на эту грязную лужу, сложно себе представить, что когда-нибудь это вновь произойдет. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком.